никого. Погодка, мам, не горюй. Давай, давай. Дорого. Ой, какие красотки. Чего себе Сильва. Так это Сильва, а еще Герда у меня есть. Обалдеть. Они на плюнке приехали. Герда лежит, смотрите, это мамка Сильва. Ой, какие вы хорошие. Сильвочка, нельзя, нельзя, Сильва, нельзя, 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 нельзя. Ой, какие, вот, это кто они? А это алабай. А. Бройлеры хотел сказать. Бройлеры. Корит уже в голове. Ой, как здорово. На прививку возите, да? Ну, вот я их привез, сейчас на прививочку поеду. Да, Сильвочка? Ну, ёлки, Сильва. 20 лет. У меня еще не одна, я могу залезть в пасть, мясо дать, вытащить. То есть, во-первых, они у меня никогда не голодные. Я их все время, если взял собак, значит, ты должен сам не доешь, а ей надо дать. Правильно. Это раз. Никогда я ни одну собаку я не ударил. Никогда. Вот покричать могу, а ударить нет. Это как это дети мои. Это мои дети. Да, детишки. Что там ищешь? Ой, спасибо. Бери! Цыганский рынок. Так. Дашаня убежала за медом. А где тут мед? Я не помню. А вот, вот она. Ну, не такой темный. Сильно тучный. Ой, Киринка, даже что-то сегодня плохая торговля. Вообще, правда, нет народа. Не было людей вообще. Так же плохо. Лежало. Так. Вовнутрь, да, пойду туда? Девочки, заходите, я вас жду. У нас все дешево сегодня. Мало сейчас в этом доме. Ряды колбасные, сырные. Девушка, у вас деньги лежат, они вам не нужны? Деньги валяются. Девочки, надо, хотите? Не хотим. Надо, точно 100 рублей. Рублей 200 максимум. 180. У меня талончик взят в МФЦ на 13.50. Надо же заниматься, начинать оформлением домов. Вот встретила девочку знакомую и пошли на цыганский рынок. Тоже все. Мяса, колбасы, рыба. Окон
350, кальмары 250, горбуши по 200 рублей. 5-6 рублей, вот смотрите, 121 рубль. Гамбола 650. 1800. Ну вот. Ну что, приехала, ничего нету. Порошок надо стиральный, и животных кормить, и самой есть. Давайте шутей, давайте. Сейчас еще цементику куплю. Упала покупательская способность у людей. Вогнали людей в нищету. Раньше здесь было не протолкнуться. Даже года два назад, а сейчас вон нет никого. Что это? Вот, Кабася наконец-то меня признал. Вот, дома у меня валяется. Вот, я его взвесила, он весит 6 килограмм 200 грамм. Кабасенька мой золото, ты мой мальчик, ты мой морда моя. Да, вот. Вот, на теплом полу-то, да? Ничего, бабушка разберется, уберется. Будет у нас порядок, да? Да. Никто не давал коту майонеза. А он же за майонез родину продаст. Ты мой хороший. Ты мой кот, да. Да, мой золотой. Да, да, ты мой кот. Кот ты мой. Вот. Вот как. Вот как. Фокусируется плохо. Фотоаппарат прям плохо. Долго, да. Да, моя морда хорошая. Вот как. Вот мы как все. Вот. Да, скажи, бросила бабушка. Пропали куда-то, уехали. Ай, так вот, Кабася. В жизни вот так бывает, да? Ты мой золотой, урчит прям, урчит. Все же съездила к женщине, которая забрала котяток моих, Персика и Фильку. Она сказала, не отдам. Я к ним так привыкла, не отдам. Я говорю, ну и дай бог. Ты мой хороший, да. Все. Ладно. Ладно. Хоть подошел, дал погладить, а то прям уходил, даже не смотрел на меня. Ты мой рыжий. Поедешь со мной в Мурманск. Ты еще не представляешь, куда я тебя увезу. Кабася опять пришел ко мне. Ну вот жить не приходит. Чтоб там ночью пришел спать. Нет, такого нет. А вот приходит вот так. Ой, господи, мусор откуда-то. А вот так придет, поваляется, молочка попьет и уйдет. Пол-то теплый. Вот, да. Зайчик ты мой. Здоровый такой. Господи, стал. Мышей, что ли, ты ешь? Пропадает где-то прям. 6 килограмм с лишним. Да, вот так, да, вот так. Вот так, мой хороший. Вот так-то. Ну, ну. Yeah.